Смотрев открытым следствием дела о строительном нарушении, возбуждён по обязательной части 3 статьи 926 УК России в отношении Логинова Виталия Николаевича. Руководство 7.29.10.29.1 УК России постановил Логинова Виталия Николаевича признать виновным в совершении административного нарушения. Просмотрено часть 1 статьи 926 УК России, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Перечисление штрафа необходимо произвести в течение 6 дней со дня вступления в постановление законную силу при приведении указанного постановления. Квитанцию платит штраф представить судебный участок 10 города Ярославского до исчезновения 6 дней со дня вступления в постановление законную силу. Россия снит логово, что в случае неуплаты штрафа по законным срокам может быть привлечен к административной ответственности во время уплаты штрафа по части 1 статьи 225 КОАП России в соответствии с требованием статьи 327 КОАП России в течение срока лишения специального права, начиная со дня вступления в законную силу постановления назначения административного наказания или лишения соответствующего специального права, в течение трех срока лишения дней со дня вступления в законную силу постановления назначения административного наказания или лишения соответствующего специального права, лицо лишенного специального права должно сдать документы в орган, исполняющий ответ административного наказания в случае утраты указанных документов, заявить об этом в указанный орган в тот же срок. В случае уклонения лица, лишенного специального права от сдачи соответствующего удостоверения или иных документов, срок лишения специального права прерывается, в течение срока лишения специального права начинается дня сдачи лицом или деятельного соответствующего удостоверения или иных документов о раннем получении органом, исполняющим ответ административного наказания, заявление лица об утрате указанных документов. Постановление может быть обжаловано в Брестский районный суд Саратовской области непосредственно или через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Судебное следствие является закрытым.